И опять мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я позвонил ей в один день. Я говорю, ты знаешь, у меня проблема. Таким загробным голосом. У меня большая проблема. Там, то есть, ты не могла бы помочь? Она говорит, что случилось? Что случилось? Я, нужна твоя помощь. Что случилось? Я говорю, не по телефону. Приходи там на автобусную остановку Маркова Тимирязева. И она приперлась. Я, пошли в троллейбус. Посадил троллейбус. Этот троллейбус везет прямо к кинотеатру. 11-й троллейбус. И мы вышли из кинотеатра. Я говорю, ты не могла бы помочь мне в кино сходить? Негодяй. Она такая, все равно не пошла. Упрямая, капец. Не пошла, побежала к своей тете, там помогать ей дипломы писать. И я с ней тоже побежал, короче.